Добрый вечер, дорогие мои, добрый вечер, братья, сестры, особенно сестры и особенно сестры матеря с прошедшим днем матери вас. Мама – это прекрасно, мама – это хорошо. У меня у самого, слава Богу, есть мама, и я рад, что она есть, и она поддерживает, она молится, я знаю. И Просто хорошо, что есть мама. И все сестры, которые вот сегодня есть на группе, и кто является матерями, Божьих вам благословений. Поздравляем вас еще раз с прошедшим Днем Матери. Слава Богу за вас. Спасибо Богу, что вы есть. И вы такие заботливые во всех отношениях жизни. Так что пусть Господь вас благословит. И я не буду долго сегодня ваше внимание задерживать просто хотел бы дать вам направление для размышлений. И в воскресенье мы размышляли о том, как много Библия говорит про матерей. Не просто про женщин, а именно про матерей, которые влияют на своих детей. Но они могут влиять или позитивно, или негативно. И это а, выбор матери, как она себя будет вести. Это очень много зависит от того, как матеря вкладываются в своих детей, и какой след они оставляют в их жизни, потому что а, это максимально или колоссально влияет на то, как их дети потом будут жить, и не просто жить, а как они будут строить взаимоотношения, как они будут служить Господу. И, как я сказал, не буду долго задерживать ваше внимание, просто предложил бы вам для размышления текст, записанный, очень известный многим, второе послание Тимофею, первая глава, пятый стих, где Павел говорит о бабушке Тимофея, о его матери, говорит о их вере. Говорит: Я уверен, что это вера в Тебе. Поразмышляйте о том, как вы, матеря, можете наилучшим образом своим детям, Своим внукам и даст Бог правнукам передать веру в Иисуса Христа. Что для этого надо сделать? Какие шаги предпринимать? Поделитесь друг с другом своим опытом, как вы это делаете, как вы передаете своим детям. Посмотрите еще раз на странице Священного Писания, как жены в Библии передавали своим детям веру. И пусть Господь вас благословит еще раз с прошедшим днем, днем матери вас, благословений и хорошего вечера.